Привет, дорогие друзья, вы на канале Мелагин. Это Avatar World, и здесь вышло новое обновление, коллекция розовой одежды для Барби. Вот в этом магазинчике вышла новая коллекция. Поставьте, ребята, пожалуйста, лайк и поехали смотреть новую коллекцию одежды. Ребята, смотрите, какая красивая розовая коллекция вышла. Платье с блестками и сердечками, а также вот такая шубка и костюмчики. Нужно срочно все это примерить. И здесь, кстати, уже девочка, смотрите, нарядилась. Полностью сделали ей комплект Барби. Ботиночки, табалетки, они у нас есть в Доме богатых и знаменитых были. А также вот такое же платьишко, как ярко-розовое вот это платье, только бледно-розовое еще есть два вида. Вот эти бусики у нас, сердечки, тоже уже были. Ну и сумочка тоже очень красивая. Давайте сейчас тоже нарядимся как Барби, но для этого мне нужно, конечно, вот эти ботиночки надеть. Вот, ребята, эти ботиночки. Ну и сумочку розовую тоже возьмем, она нам пригодится для лука. Вот, ребята, я такие же балеточки надела. Я хочу еще примерить ее сумочку. Для этого, ребята, вот эту сумочку на нее надеваем. И вот она, эта сумочка, которая делается с ножницами, с помощью ткани и ножниц. Точно, я ее узнала. Но у меня такая сумочка есть. Ну что, ребята, давайте примерять наряды. А еще мне понравились у нее, кстати, сережки. Тоже красивые вот такие вот звездочки золотые. Давайте примерять новые костюмчики. Вот такое же платье, как у нашей модели. Бледно-розовое. Очень красивое и нежное. А также есть вот такое с блестками, ребят. Смотрите, как оно красиво переливается. Просто супер платье и подходит под мои сережки. Вот такое более пышное платье с пышной юбочкой. Очень красиво и подходит под балеточки с блестками. А также вот такое, ребята, платье. Смотрите, у него юбочка прозрачная, и оно очень красивое. Вау, классное. Есть платье с разводами, более классическое, но тоже очень стильное и модное. Ну и такое же платье, как мы с вами видели на модели, но более яркое, классное. Мне нравится, что у него бретельки, жемчужинки. Ну а теперь, ребята, примерим костюмчики. Они тоже очень красивые. Вот такая юбочка... И топик с сердечком. Классный. Даже немножко такой пляжный стиль, открытый топик. Следующий костюм, пышная юбочка и топик. Смотрите, какой он блестящий. У него спущенные рукава и полупрозрачный. Очень красивый костюм. И последний костюмчик с брючками. Вот такие штанишки со звездочками и топик. Вау, очень прикольный костюмчик, похож на костюм Барби из фильма, ребята. Мне костюмы все очень понравились, они очень модные. Давайте еще попробуем надеть шубку вот с этим наборчиком. Ребята, смотрите, правда подходит, шубка очень милая и классная. Теперь она будет самая моя любимая в этой игре. Но я, пожалуй, наверное, надену все-таки какое-нибудь платье. Так, какое же мне платье выбрать? Они все такие красивые и очень классные. Давайте попробуем надеть вот это блестящее платье. А сверху шубку. Смотрите, ребята, как красиво смотрится. А если надеть вот это платье под шубку? Тоже очень прикольно смотрится. Все костюмы сделаны очень красиво и подходят друг к другу. Можно их менять и надевать вместе. Классное обновление, теперь можно сделать супер модную Барби. Или просто быть самим собой, но вот в таком красивом наряде Барби. Ребята, обновляйте скорее игру и смотрите на новую коллекцию одежды от Барби. И всем классного настроения, встретимся в следующем видео на канале Мелагин. Всем пока-пока!